Всем доброго вечера. А у нас сегодня инкубация завершается. Видите, осталось совсем немного. Остальные все выведутся, скорее всего, ночью. Смотрите. Яйцо Грис Бар. Видите? А кто из него родится? Сейчас мы увидим. Вот он, желтый цыпленок. Вот он маленький. И сразу ему даю попить водичку с медом. Вот такой он красавчик. Да? Ай, хорошо. Хорошо. И еще один беленький. И здесь будет беленький. А это вот прошу любить и жаловать. Наши маленькие грисборята, которых я инкубировала во второй раз из собственных яиц. То есть из яиц Кросс и Грисбар, которые я приобретала в прошлом году. Яйцо было в Венгрии. Родительское стадо все одинаковое, стандартные окраски. Зато их детки, посмотрите, какие все разные. Очень много белых, несколько рыжих и вот такие. Стандартный окрас грисбаров. Им еще нет и суток, потому что выводились они в течение сегодняшнего дня. Видите, есть совсем-совсем маленькие, мокренькие еще. Но цыплятки все активные. Колечек нет. Худеньких нет. Все толстенькие, упитанные. Вот такие они зайцы. Ну, ночью жду всех остальных. Пока. А пока любуюсь этими. Кишки они все замечательные. Маленькие, а уже умеют пить. У них стоит водичка с медом. Напоминаю, чайная ложка на литр воды. И комбикорм. Приходится его растирать, потому что он немножко для них крупноват. Ну все, до свидания. Всем счастливо. Всего самого доброго.